Регбисты Оксфордского университета побывали в Красноярске, где провели 3 товарищеских матча. В первой игре они уступили сборной команде СФУ со счетом 22-20. Позже спортсмены отправились в Ачинск, где проиграли местному клубу «Сибирь». Чем закончилась встреча с красноярской командой «Красный Яр», знает Давид Абаджан. Красноярских любителей регби ожидал воистину любопытнейший матч между 10-кратным чемпионом России «Красным Яром» и сборной Оксфордского университета. Правда, тренеры команд назвали игру подготовительной. Тренерский штаб красноярского клуба планировал опробовать новые тактические наработки перед встречей с подмосковным ВФА в чемпионате России. Англичане же проводят в Красноярске своеобразное турне, направленное на подготовку для регбийных баталий со своим извечным соперником – Кембриджем. Студенты с родины регби первый экзамен в Красноярске сдавали сборной Сибирского федерального университета. Не сдали. После той встречи капитан оранжевых сделал прогноз на предстоящую игру. Какой у тебя прогноз на следующий матч Оксфорда против Красного Яра? Думаешь, Красный Яр легко возьмет? Ну, я думаю, если честно, очков 50 будет. Однако с первых минут англичане навязали сумасшедшую борьбу и повели в счете 7-0. И все-таки к концу первого тайма класс 10-кратных чемпионов России воплотился в 2 результативных прохода в город гостей. Вообще, игра изобиловала борьбой на каждом участке поля. Но и результативного зрелища она не была лишена. За несколько минут до конца гости проигрывали всего несколько очков. Но дожать красноярцев не удалось. Куда более опытные игроки Красного Яра в концовке не дали усомниться в своем превосходстве. И уже в добавленное время кумир красноярских болельщиков Александр Гвоздовский в своем фирменном стиле завершил прорыв, установив окончательный счет 29-17. Мы ожидали очень трудной игры. Эта команда продемонстрировала разные тактические схемы. Все очень сильные. Около 50 минут мы не могли им ничего противопоставить, но потом пришли в себя, и все же их класс сказался. Да, многие думали, что мы легко победим. Однако этого не произошло, так как мы пробовали новые тактические приемы. Игрой остались довольны обе стороны. Красноярцы победили малой кровью, а британцы не получили предрекаемые 50 очков. Так закончилось турне оксфордцев, которые за неделю успели полюбить Красноярск. Я люблю Красноярск, я полюбил это место. По прошествии этой недели я понял, что через несколько месяцев захочется вернуться. Спасибо, спасибо Красноярску.